28-й школе Магадана начали вести ремонтные работы. В учебном заведении текла кровля, из-за этого подтапливало кабинеты и стены постепенно покрывались грибком. На ремонт школы должны были поступить деньги с Фонда развития Дальнего Востока, но финансирование не поступало. Реконструкцию учебного учреждения начали делать за счет городского бюджета. На данный момент заменили 35 окон в младших классах, ведут ремонт и утепление кровли и планируют заменить межпанельные швы. Моя задача сделать так, чтобы школу сделать привлекательной, и чтобы вот это вот баражирование детей с Пионерного там в центр города там или какие-то другие школы, оно было исключено. Кроме того, мы хотели бы, чтобы все дети, которые учатся сегодня в комплексе начальной школы детский сад в Солнечном, тоже ездили сюда по окончанию детского сада и по окончанию обучения в начальной школе. Во время ремонта 28-й школы учащиеся не теряют связь с преподавателями и проводят лето на оздоровительных онлайн-площадках. В этом году нам пришлось приспособиться к такой новой форме проведения летнего оздоровительного отдыха, как онлайн-лагерь. Но я считаю, что мы справились. Набрали 108 детей из разных категорий семей. Это социально незащищенные семьи, дети группы риска. В настоящий момент в 28-й школе числится 358 детей. В планах учебного заведения после проведения ремонта привлечь родителей и выйти на двукратный уровень наполненности школы учениками.